Играют Нордеа и Меридиан Энерго. Нордеа в синих майках. Меридиан расчетливо переоделась заранее. Нордеа сейчас был великолепный момент для того, чтобы открывать счет. Не воспользовались им. Команды у нас играют в разных дивизионах. Меридиан в первом, Нордеа во втором. Поэтому это будет в этом сезоне единственный матч между ними. Второго шанса не будет ни у Нордеа, ни у Меридиан для того, чтобы показать свой лучший футбол. Напомню, Меридиан у нас сегодня уже играл. 3-0 победил Русалов. Да, и до этого 8-0 обыграл Урал Сиб Кэпитал. Для Меридиан сегодня это заключительный матч. 11 забитых мячей в двух играх. Продолжить такую статистику, конечно, будет непросто. Тем более, что и соперник силен. Нордеа очень непростая команда. Исповедует быстрый, реактивный, силовой футбол. И здесь вот выдерживать размеренный темп, который любит Меридиан, будет ой как непросто. Удар по воротам. Королев тащит. Ушел мяч за пределы поля, не успевает к нему игрок. В каждой атаке у Нордеа есть свободные игроки, есть варианты для продолжений. А вот Меридиан, кто сейчас поможет капитану? Только через дом получается играть. Не лег мяч на ногу. Очередная позиционная атака Меридиан. Всего 4 минуты сыграли команды. И посмотрите, сколько уже событий. И нерв борьбы каков. Контратака 3 в 2 может получиться. Третий защитник Нордеа вернулся. Но здесь важно правильно занять позицию на поле. Видимо, получилось. Второй темп атаки. Филатов. Да,
отбивается очень здорово на Ордеа. Закрывают они всю штрафную площадку. Не удается Меридиану к ним подойти. Вроде бы кидают мяч так же здорово, как и в прошлых матчах, но до обострения дело не доходит. Будет угловой. Нордеа собирается брать тайм-аут. Не слишком ли рано? Нарушение правил. Бить будет Меридиан. С тайм-аутом Нордеа придется подождать. Здорово! Ну вот, остановка. Мяч у Нордеа. Значит, можно взять тайм-аут. Получают его скандинавы. Продолжается матч, но вот нам были не слышны те советы, которые тренер Нордеа давал своим подопечным. Мы можем только предполагать или делать выводы по тому, как изменится игра Нордеа после вот этого перерыва. Вот это гол! Здесь уже не справились ни защитники, ни Королёв. Меридиан Энерго выходит вперед. Еще полторы минуты играть в первом тайме. Есть вторая десятиминутка. Последняя минута первого тайма пошла. Гол! Ну вот и пяткой, оказывается, забивать можно. 2-0. Очень классный футбол и в этом матче показывает Меридиан. Важно теперь преимущество, во-первых, удержать, во-вторых, попробовать развить.
Ждем второй тайм. Начался второй тайм, но вот сейчас мы совещание Нардея подслушали. Подсказывает им тренер не бросаться на соперников, не выскакивать, а то открываются свободные зоны, и туда сразу следует и мяч, и игрок Меридиана. В итоге опасный момент возникает. Поменьше бросаться, держать свои позиции, обороняться, опять же, по позиции больше и меньше по игрокам расставляться. Больше организации, меньше провалов. Вот рецепт от Нардея на второй тайм. Контратака Меридиан. Нет, здесь ошибка. Не часто такие ошибки мы видим от Меридианов. Нарушение правил ввода мяча. Опорная нога закралась в поле. Выровняли игру скандинавы после перерыва. Действительно, меньше стали ошибаться. Больше мяч контролируют, быстро перемещают его по полю. Все-таки надо помнить, что в составе Меридиан много ветеранов. И если их чуть подергать, заставить подвигаться больше, чем они сами того хотят, то, может быть, у них и силы закончатся. Тем более у Нардея длинная скамейка, длиннее, чем у Меридиана. Вот Меридиан просто катает мяч, им больше ничего не нужно. Ну, важно вот только не ошибаться в такие моменты. Удар, Королёв, сейв. Вот снова высокий прессинг Нардея. Катился мяч. Удар, снова Королёв. Стоит Меридиан.
сил на прессинг, видимо, у Нордео уже тоже не так много. Очень много в последние минуты полторы таких передач, переводов без особых обострений. Больше вынужденных передач. Ну вот. Да, Нордео мешают, конечно, вот такие ошибки, когда наоборот нужно безошибочно играть для того, чтобы забить. Немного даже усыпляет игра, но понятно, меридиан, самое главное, счет удержать. Увеличивать его уже не обязательно. Если получится, хорошо, если нет, за 2-0 никто ругать точно не будет. Все, вратарю больше нельзя давать мяч. Хороший выход на ворота. Опять в две передачи меридианы все поле прошли. Две с половиной минуты остается до свистка. Тут здесь что-то может получиться у Нордео. Получается снова пробить у меридианов. Полторы минуты остается до свистка. Нордео еще имеет и сохраняет шансы. Последняя минута при таком счете будет чистой. Сейчас я быстро проведу. А потом после матча Курейра. Еще один прекрасный гол меридиана. И, видимо, он ставит точку в матче. 3-0 за 35 секунд уже, конечно, не отыграть. И уже время останавливаться не будет. 3-0. В матче все понятно. Ну что, у нас получается, что в четырех стартовых матчах у нас забивала только одна команда.
Меридиан не только выходит на первую строчку, но и закрепляется на этой позиции. А вот для Нордеа все становится в их дивизионе более туманным.